Иркем выступал за права всех казахстанцев, многократно выступал на митингах и страдал от давления властей. Ни грубое задержание, ни сфабрикованные сроки не сломали волю Иркена к борьбе за независимость своей страны. Сейчас его семья не в состоянии оплатить себе продукты и коммунальные услуги. Один из сыновей Иркена страдает аутизмом. Из-за растущих цен денег не хватает даже на основные продукты. Вы можете переслать на счет Абдурахима, одного из сыновей Иркена. Любая сумма поможет им оплатить счета и закупить еды. Семья Иркена участвовала в сборах помощи, а теперь сами нуждаются в поддержке народа. Давайте не будем равнодушны.